Бег на длинные и короткие дистанции, стрельба из пневматической винтовки, метание гранаты и плавание. Все эти дисциплины входят в летнее пятиборье палеатлона. На стадионе ИКАР прошли городские соревнования по этому виду спорта. Палеатлон – это комплексные спортивные многоборья, целью которых является развитие основных физических качеств – силы и выносливости, а также прикладных двигательных навыков. Сегодня метали мячи, взрослые гранаты метали, бегали длинные и короткие дистанции. И еще будем плавать в бассейне дельфинов. Мне очень все понравилось. Все участники были разделены на 9 возрастных групп, начиная с 8 лет и заканчивая пенсионерами. Глобальная цель состязаний – не только выявить сильнейших в каждой возрастной группе, но и в целом популяризировать палеатлон в городе. Мы давали объявления в средствах массовой информации, а помимо участников, которые традиционно у нас принимают участие, пришли новые участники, и дети, и взрослые. И даже сегодня на стадионе люди увидели, заинтересовались этими соревнованиями и захотели принять участие, и мы их ждем на следующих соревнованиях. На центральном поле стадиона участники состязались в беге на 100 метров. Спортивный азарт и желание победить – вот главные мотиваторы. Позже мужчины вышли на дистанцию 2 километра, а женщины – 1 километр. Для детей и пожилых участников дистанция была сокращена. После забегов участники переместились в бассейн «Дельфин», где состязались в заплывах на 100 метров. Дети и спортсмены старше 40 лет преодолели 25 и 50 метров соответственно. Разрешалось плыть любым стилем, но самый быстрый – кроль. По каждому виду записываются результаты, насчитываются очки по таблице результатов, суммируются. У возрастных групп еще присутствует возрастной коэффициент, результат умножается на коэффициент, и итоговые результаты подсчитываются, выделяется первое, второе, третье место. По окончании соревнований победители получили призы и дипломы. Результаты будут опубликованы в группе ВКонтакте «Молодежь. Спорт. Саров». А в сентябре, согласно календарному плану, в городе пройдет четырехборье летнего палеатлона. Никита Белямов, Руслан Лапшин, Сергей Рябов, служба новостей «Саров-24».